Состояние мостов и дорог в Новолакском районе проинспектировал руководитель ДАГ «Автодора» Загид Хучбаров. После паводков там размыло берега. Будут приняты все меры по устранению последствий. Хучбаров также проверил качество отремонтированной дороги Новокули-Нажаюрт. Совсем скоро состоится ее официальное открытие, но это абсолютно не мешает жителям с комфортом добираться до близлежащих сел и соседней республики Чечни. Патимат Бурзиева об итогах проверки. Мост Селенова Кули через реку Ярыксу был частично разрушен во время военных действий 1999 года. Общими усилиями его восстановили, но прошедшие совсем недавно паводки размыли берега. В ходе инспекции Загид Хучбаров осматривает последствия обильных ливней. Такая же ситуация в селах Дучи, Банаюрт и Ямансу. Руководитель ДАГ «Автодора» дает поручение провести на местах аварийно восстановительные работы. Внешний вид там в этих мостах не очень важный, они достаточно прочно исполнены, нужно руку приложить. Мы вот один мост у нас на нашей дороге, мы его включили в этом году плановый предупредительный ремонт и будем приводить порядок таких 10 мостов. Еще 3 года назад жители Новолакского района только мечтали, чтобы на этой дороге Новокули-Нажаюрт был асфальт. Ездить им приходилось по гравию. Пыль, что называется, стояла столбом. Ремонт начали в 2013 году. За минувшее время здесь освоили значительный объем работ. Сколько труда было вложено в эту дорогу, сколько энергии. И по самой современной технологии. 13 400 тонн асфальта от бетонной смеси. 3 подпорных стен. Это совершенно другая технология. Новый подход по строительству дорог здесь. Автомобильная дорога Новокули-Нажаюрт имеет важное социальное значение. Она не только соединяет между собой села Новолакского района. Это еще и объездной короткий путь до населенных пунктов Чеченской республики. Задача была осмотреть сет, в каком состоянии находится. И у нас участок дороги, 6,5 километра дороги готов к сдаче. Скажем, через дней 10 уже там с обустройством будет готов. Была задача посмотреть, как удается нашим коллегам реализовать те задачи, которые мы перед ним ставим. Мы сегодня остались все довольными. После ремонта увеличилась пропускная способность, снизилась вероятность ДТП, связанных с дорожными условиями. И, конечно, полный комфорт и никакой пыли. Это очень высокое качество, новые технологии. То есть тем, что сделано за эти годы, мы можем все гордиться. Мы видим, как качественно поменялась дорожная сеть, как меняется и в горах, и в центре, и у нас в районе. Мы сейчас наблюдаем это. Поэтому это пример того, как много зависит от одного человека. Торжественный ввод в эксплуатацию отремонтированного участка длиной в 6 километров состоится совсем скоро. Но это абсолютно не мешает жителям обеих республик уже сейчас пользоваться новой дорогой. С комфортом добираться до нужного им места назначения. Сегодня мы проехали вместе с вами. Красивая дорога, качественно построенная. За что хочу огромное спасибо сказать, Сергей Ильич, вам, вашей структуре, руководителям. Ну а в ДАГ «Автодоре» порадуют жителей Дагестана еще 20 новыми объектами. Их планируют открыть до конца сентября этого года. Патимат Бурзиева, Ираги Юсупов. Время новостей. Новолакский район.